Вот же несправедливость. День учителя есть, а дня ученика нет. А чего ты хотела? Жизнь всегда несправедлива. Тут уж ничего не поделаешь. Так может, сами организуем? Ну и что ты предлагаешь? Тут надо подумать. А что тут думать? Давайте сами о себе и расскажем, а вот с телевизор попадем. Нужно уважать труд учителей. Давайте расскажем о них, заодно и поздравим. Ты вообще молчи, умник. Все, говорим об учениках. Тогда ты и говори. Да без проблем. В первом классе ребенок стремится чаще быть в школе, но ближе к 10 годам это надоедает. По статистике, 70% детей не любят ходить в школу. Постоянное давление со стороны одноклассников и учителей отбивает желание учиться. Вы замечали, что именно в это время дети чаще всего притворяются заболевшими? Мы, программа «Время молодых», решили провести стрит-ток и узнать, что по этому поводу думают обычные жители города Лабинска. Чего, по твоему мнению, не хватает в школе, чтобы дети туда ходили с удовольствием? Вкусная, нормальная, здоровая пища. Чтобы учителя нормально объясняли и не было такого, что они просто не делают того, что должны делать. С удовольствием, чтобы ходили. В основном их желание ходить с удовольствием должно быть, в первую очередь. Я думаю, что в школах не хватает свободы немножко. По моему мнению, в школе не хватает разнообразных мероприятий и по разнообразию уроков. Наверное, в школе не хватает детям доброты от учителей, понимания и мудрости. Ну, может быть, не смогли заинтересовать детей настолько, чтобы желание было прийти в школу, но на больше воспитательных мероприятий, те, которые вам нравятся. Для того, чтобы нам нравились мероприятия, надо провести соцопрос. И что желает, конечно, молодежь, идти с ними в одну ногу со временем.